Ремонт водительского сиденья. Перешиваем полностью нижнюю часть. На спинке центральная и боковая. Отсоединим проводочку. Нужно открутить эти болтики. Аккуратненько отщелкиваем железочки. И здесь отщелкиваем. Все, вот она выходит. Так, нижняя часть снята. Швы такие широкие. Вот здесь вот не зажали до конца, и утяжечка в хорошем состоянии. Вот она целенькая стоит. Вот эта утяжечка в хорошем состоянии. А где плотно зажимают, там они начинают вырывать с поролона. Появляются трещины, а в дальнейшем вырывают утяжку. Рассоединяем пластик спинки. Снимаем ручку регулировки спинки. Вытаскиваем подголовник. Здесь у нас скобы. Крой на нижней части немного переделываем. Нестыковочка с пассажирским сиденьем. Подкорректировали, подровняли. То есть сейчас будем кроить. Обивка на сиденье пошита. Все утяжечки везде. Дополнительно поставили здесь. На спинке. Устанавливаем колечки. Переходим к сборке сиденья в автомобиль. Все. Одеваем крышечку.
закончили ремонт на Chrysler, перешили нижнюю часть полностью, изменили крой, потому что тот, что был, он не подходил по поролону. Ну и здесь получается боковую часть, центральную, и еще боковую заменили.